Добрый день или добрый вечер, с вами снова я, Руви. И сегодня он не один. Да, сегодня я не один, сегодня вместе с Владом. Всем привет. Короче, падаем мы сегодня на ферму, в общем-то беру ангар, и к нам падает еще одна тима. И они у тебя, они с твоей стороны упали. А, они прямо у меня, да, получается? Да, сбоку, слева, скорее всего. Так, ну, если я найду оружие, то мне кажется, что я их уничтожу сразу, третий броник, красиво. Броником отмахиваться будешь, почему бы и нет? Типа буду как бы стоять, они будут стрелять, оно рикошетить и убивать их. Рабочая тема на самом-то деле. Так. Плюс третий рюкзак, плюс топовая эмочка. Арбалет, ребят, что-то мы живем сегодня, опа. Твоя задача их убить. Так, ну, минус один есть. Я до сих пор без оружия. А ты уверен, что упало? А, да-да-да, два человека, где еще один? Вижу, 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 вижу. Пистолетика стреляет, судя по всему. Давай его руками забью. Да, сейчас, ребят, мы его уничтожим вообще на изи. Где он, где он, где он? Да он в доме на втором этаже, но я его пропушу с эмочкой и надеюсь, что я не промахнусь. Так, лево-право, где же ты, братюнь? Понял. Это было хорошо. У него был Томпсон и этот, как бы очень странно, но в упор он дал всего лишь один раз. Это как-то, как-то непонятно. Это как-то лоускильно. Да, что-то, то ли я какой-то читер, то ли он лоускильный. Так, ну что, зона у нас, кстати, и она может быть в Сосновке. Она, скорее всего, это 100% зона в Сосновке. Ну, бывает раз ситуация на самом-то деле. Может повезти, она будет у нас. Нет, нам не повезет. Ну да, ребят. Там у тебя попугайчик вроде бы, или какая-то птичка. Да, именно попугайчик. О, мальчик-девочка. Скажи, как проверить? Время, ребят, важной информации, как говорится. Так. Если чё, тут лежит фуловый второй броник у меня в доме. Так, фуловый второй броник. Мне бы не помешал. Но да. Я же не буду за него возвращаться. Ну да, как бы это же, ребят, тема не... Знакомая ситуация на самом-то деле, ребят. Так. Аптечка, сейчас энергетик. Третий найду, наверное. Третий, думаешь, найдешь, да? Ну вот, прям сейчас сходу. Так. Пока чуть ничего не нашел. Это да. Короче, какая тема? Мы пролутали вроде бы все. И в итоге у меня нет вообще никакого шлема. Прям время печальной информации. У меня здесь первого есть. Лишний, да? Да. Все, я бегу, я уже рядом. Ребят, пока мы тут фигней страдаем, можете поставить лайк, так как это занимает секунду времени. Я надеюсь, что вам не в лень. Вот. Так. Второй этаж, да, наверное? Либо же первый. Где он? Ну, второй, второй. О, я угадал хорошечно. Так, второй этаж и... Не понял, что за фальшивка? Где он? Балкон, нет. Он на балконе был. Так, балкон. А, кстати, лол, тут лежит и броник, и шлем. Что-то прям и то, и то. Все для меня. Так. Так, ну у меня дробовик, первый шлем. Подожди, а оружия другого больше нет, типа дробовик и все. Да. Ты же понимаешь, что это плохо. Это очень хорошо. Это каточка на топ-1. Смотри, я могу тебе накинуть, допустим, юмпу. Ну, к примеру. Да ладно. Не, это дробовик, я затащу. Чё, это челлендж с дробовиком, короче, сейчас будет Влад раздавать. Так. Тем временем мы уже убили больше, ну, почти половину сервера. Говорится, ну минус 30 человек. Это сделал, конечно же, я. Да, ну и я помогал, ребят, мы это замутили вместе. Так. Ладно, давай ты в этот дом, я в следующий. Давай, сейчас, если у нас есть баги, еще уедем. Так. Первый дом и сразу же аптечка. Тупо за халяву. Подарочек. У меня даже аптечек нету. Вообще ничего, да? Угу. Слушай, ну это печально немножко. Так, тут у нас ничего, на балконе тоже ничего. Чё-то пацаны было не слышно, может быть он отошел, я не знаю. Я нашел самое главное. Угу, а что нашел? А, пальто. Пальто, да? Это серьезно. Это точно теперь топ-1. Пацаны, ну все, пальто взяли, это взяли топ-1. Говорится, берешь пальто, берешь топ-1. Рабочая тема. Берешь пальто, берешь дробовик, потом только берешь топ-1. Все, понял. Короче, ну,
Я продал все эти домики, нашел себе, в общем-то, в итоге одну аптечку, обвес, точнее, два обвеса на эмочку, и предлагаю тебе валить. Куда валить? У меня только этот вектор и дробовик. Сейчас гляньте. Ничего серьезного найти не смог, да? Ну, короче, пацаны, рандом это жестко. Вот так. Кому-то везет, а кому-то не очень. Да, пацаны, я нашел юмпу эмку. Влад нашел дробовик и вектор. Короче, я тебя жду возле двора. Да, предлагайте переходиться дальше и там пролутать. Сейчас. О, эмочку нашел. О, да. О, слушай, не зря зашел на балкон на самом-то деле. Так, да. Так, проходи. Я тебе даже дверь открыл, короче, типа, ну, нормальная тема. Так, прокидочка. Ой-ой-ой, это было близко. Это было близко. Так, ну что, погнали, короче. Впереди домик нас ожидает, может быть, найдем себе прицел, потому что по прицелам у меня все плохо. Мушка, и все. У меня вообще ничего. Такая же тема, у меня же тоже мушка, и все. Так у меня даже ее нету. А, типа, точно, у тебя же этот вектор там вообще бесприцельный идет, да? Дробовик. А, ну, дробовика есть, есть, ладно. Я там видел второй шлем, ты его взял, да? Нет, то что, конечно же, нет. Не съел никого. Понял, здесь понял. Только первый лежал. Ну, все, я понял, хорошо. Так, ну, я нашел себе, короче, прицел, и еще второй броник фоллоу-то лежит. Тут калашик есть, в принципе. Если тебе нужен. Не, калаш я не люблю. Короче, тут лежит второй броник, нужен мне. А, нет, есть. А, ты тот взял, или ты что-то нашел еще? Я свой нашел. Личный. Нифига себе, чуваки, просто личный бронежилет. Так. Это ты, да? Фух, я уж испугался. Вот давить тебя буду сейчас. Нет. Так. Я хочу себе 4Х, так как без него. Нужен коллиматор? А, нет, у меня есть голографический. Ты уже нашел, да. Слушай, ну гляньте, реально. Люди-мажоры. Так, все уж с прицелами. Все куплено просто, все куплено. Да, пацаны. Мы это дело купили. Прицелы. Топ-1 уже, кстати, закупили, пацаны, так что все будет. Короче, нашел себе еще одну эмочку. Ну, хорошую. Ну, как бы, смотря что для тебя хорошее. Так-то все эмочки хорошие, конечно. Не, ну смотри, вот на автомат режиме, а? 416 есть? У меня в руках, а там была обычная. Ну, типа. Я понял. Да. Ну, смотри, 416, она типа зажимает. Ну, опять же, она немножко косая. А вот, вот та эмочка, она не зажимает, но она меткая. Так, а может мы на мост пойдем? Погнали, конечно, без проблем. Я как раз туда и хотел. Так. Только единственное, что нету прицелов. Угу. Хороших, скажем так. Не, ну голограф, в принципе, коллиматор, это... Да, это плохо, это... ладно, согласен. Это хоть что-то. Да-да-да. Тем временем, ребят, больше половины противников уже погибло. Конечно же, из-за нас. Куда же без нас? Так, будем заправку проверять. Да, проверим, да. Ну, а вдруг там есть, опять же, прицел, всякое может быть. Так, я с дробовиком врываюсь. Да, это врыв, и пацаны. Увеличенный магазин, и все. Короче, ребят, зря зашли, но, опять же, проверить нужно было. С какой стороны встанем? С этой, с той? Ну, смотри. Предлагаю стой, так как там именно, мне кажется, там будет больше людей, больше файта. А если там уже кто-то сидит? Да ты чё, у нас есть дробовик. Видел это? Что там? Нифига себе. Ля, на остановке аптечка, энергетика, грена, все, что нужно, офигеть. Вот так вот, типа, проверяй вторую остановку. Сейчас там, короче, 8Х, да? Лол, пацан. И второй броник. И второй броник, лол. Ребят, понимаете, просто все самое хорошее сконцентрировано именно на остановках. Как так-то, а? Ну просто люди долго ждут. Ну да, типа пока ждут, там крафтят себе аптечки, т.д. Да, так есть. Так, ну так, вроде бы пока никого не вижу. Никого нет, да, и я думаю, есть. Есть кто-то есть. Живи, 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 живи. Я красненький. Давай, Надежда, на тебя. Хорош. Ну да. Как это было опасно. Я просто, прикинь, я хочу поменять на эмочку, в итоге меняю на что-то другое, возвращаюсь, пока меня и меня убивают.
А по мне сразу начали стрелять, я такой сразу чуть не умер, пока еще ехал. И ты подотхилялся, да, пока по мне работали? Да, да, да. Офигенно, я, главное, тут работаю, он сидит хиляется. Слушай, ну круто, круто. Так надо. Ну что-то челики, походу, не очень какие-то. Прикинь, фуловый третий шлем лежал. Потому что по нему никто не попадал. Так, кстати, да. Серьезно? Да, вот так вот. Такая вот жизнь. Ребят, ну это было реально очень красиво. Понимаете, мы ворвались, понимаешь, они были на позиции идеальной. Они нам пробили колесо. Пробили колесо. Мы тормознули посреди дороги. Один хилялся, другой валялся. И они, идиоты, нас не убили, понимаешь? Ну, может, просто у них, не знаю, им что-то мешало. Как так? Подожди. Да-да-да, все, я понял. Я сейчас просто подумал, какого черта у меня 3 килла, потом понял, что вначале же двоих убил. Эх. Так. На самом деле, нам повезло, наверное, даже можно сказать, что челики не очень попались. Да, ну, либо же мы просто лютые нагибаторы, просто машины всей Руси. Конечно. Так, где у нас зона? У нас зона будет, скорее всего, сосновки. Угу. Кстати, вот тут еще спорно, может быть всякое. Не-не, сосновочка. Ну, мы как благополучно, ребят, просрали машину, да. Ну, конечно, она... наверное, вон дача сзади стоит, у нас дача сзади стоит. А, еще машина, а, вижу, стоп. Они сюда на даче приехали. Угу. А, дача, а, так это еще одна дача, что ли, подожди, так. В смысле, дача, которая оранжевая, на которой они сюда приехали за автобусом. А, так там еще одна оранжевая стоит, глянь, впереди, на СП ровно. Ну, она просто стоит, она там спавнится, короче. Вижу, вижу, вижу. Ребят, ну, это было успешно, шоу «Успех на Руве». Так. Ну что, садимся, поехали. Или подожди, или мы просто перекроем мост, я что-то туплю. Давай перекроем мост. Да, давай, давай, давай. Есть еще такой, знаешь, коварнейший план. Мы лезем на мост. Лезем на мост и убиваем их. Ой, это я не умею. А я умею. К тому же туда можно упасть. Да, можно упасть, но мы не упадем. Ай. Кто-то упал. Пацаны. Сейчас такие телики поедут на меня, а я такой, здорово. Лол. Я такой говорю, и мы не упадем, и падаю, прикинь. Офигенно, пацаны, просто охрененно. Ребят, ну, это было круто. Так, бинтик. Ну, я пока никого не вижу. Ребят, сегодня, получается, с нами я, Влад и попугай. Так. Мы бежим, бежим, бежим. Алло, ты тут? Я тут. Понял. И куда мне, где мне еще здесь быть? Слушай, ну да, короче, смотри, переигрываем мостик, просто им ждем, да, и тогда будем уже работать. Переезжать не будем, да? Угу. Так. Наверное. Так, сейчас я буквально на секундочку оставлю вас. Давай, ребят, давай, ребят, давай, Влад. Тики-тики-тики-тики-тики-тики там. Пацаны, было бы идеально у него как бы что-то сворвать, пока он отошел, да, там глушак бы скрутить, как говорится, но... Но нельзя. Я бы его скрутил, этот глушитель, я бы его забрал себе. Так. Он ничего не слышал. Тири-ти-ти-тин. Там никого. Там тоже никого. И я снова с вами. Здорово, здорово. Давно не виделись. У тебя, прикинь, кто-то хотел скрутить глушак, представляешь? А, даже не знаю кто. Реально, прикинь, подходит такой, говорит, хочу глушак. Я говорю, отойди от него. Ну и короче... Надеюсь, ты его убил? Я его отогнал, да. Почему не убил? Да тут, типа, блин, зачем? Я не настолько жесток, зачем убивать? Так. Он покушался на самое дорогое, что у меня есть. Ну, кстати, да, глушитель это... Короче, Влад, попытка номер два. Я попробую все-таки залезть, ну а вдруг? Так, ну попробуй. Да, я чувствую, сейчас еще кто-то раз упадет. Не-не, пацаны. Тут все идеально. Тики-тики-тики-тики-тики-тики-тан... Такие. Оп. Влад. Как тебе моя... Птичка. Как тебе моя позиция? Как птичка. Да, я птенчик. Только, пожалуйста, не надо меня как памятник приходовать. Слушай, чтобы вообще... Я с твоей стороны. Глянь, я валяюсь... Ты видишь, как я лежу просто? Скажи, как я не скатываюсь? Я могу сделать скрин. Реально, я просто валяюсь, вот хрен знает как вообще. Сделаю скрин тебе, потом отправлю. О, превьюха, хайп, просмотры. Так. Не, на самом деле позиция классная, типа, но она беспалевная. Ну, по идее, со следующей зоны они должны уже будут ехать. Не, ну вообще, если меня спалят, то мне хана, вообще, да? Но, если нет, то я наверху, и мне вообще идеально все чекать.
Ну ты если что, прыгай, короче, я тебя ловить буду. Да, там этот, матрасы положи, я там этот, ну, как бы, прилягу. Зачем матрасы, если есть я? Да, либо же дача, прям, знаешь, на УАЗик, на дачу упасть, приземлиться на мягкое, что-то мягкое и все. Так. У нас тут если что, лодочка стоит, мы можем и на лодочке куда-нибудь уплыть. Да, но опять же, мы в зоне, и это делать нет никакого смысла, да? Или есть? Да. Нет, пока. Вот. Пока нет. Пока что, пока нас не поджали с двух сторон, пока нет смысла. Если что, короче, прыгаем в воду и уплываем. Да, ребят. Ну или либо же об землю минус хп нас добивают, но это, ребят, ну, это не важно. Так. Странно, что до сих пор нету никого. Да, типа, вроде бы мы прям, по идее, посреди двух огней, там и сосновка, и главный остров, и ни там ничего нет. Даже не стреляются нигде близко. Странно, да? Ну, сейчас уже будет уже не зона. В принципе, сейчас мы узнаем, куда нам надо идти. Угу. Лишь ехать. Телики бегут на 150. Вижу, лол, вижу, да-да-да. Погнали, работаем. Да. Блин, позиция вообще не так, куда вот. Ладно, бегу. Так, тычку дал, оп, он лег. Так, ну его легче добить, значит. Опа, вырубил, хорошо. Убил. Хорошо, и второй был за ним. Интересно, друг, глянь, он друг не понимает, где я. Он не понимает ничего. Где он? Где друг? Друг правее чуть просто. Правее. Понимаешь, он не понимает, где я, лол. Он уже убежал, все, забей. Так, ну нам бы сходить его челика залутать, конечно. Ну, мне кажется, не стоит там. Друг будет... Друг будет за него драться, да. Вижу друга. 150-165, он там за деревцем ползет. Он до сих пор не понимает, где я. Вон, вижу. Хорошо, ты ему дал. Две тычки дал. И он убегает. Гаденыш, глянь. Блин, он столько урона получил, и первый раз, и второй раз, и он выживает, капец. Можешь глянуть мост, пожалуйста? Не надо. Глянь мост, пожалуйста, есть, нет? Просто сверху меня не особо видно, ну как бы я вижу, но мешает эти... Нет. Ограждение моста. Блин, офигенная позиция на самом деле, просто сижу как птенчик и убиваю. Нихерово. И он до сих пор не понял, где я, понимаешь? Он думает, что... О, читеры! Батлграунд, читы. Нет, он примерно понимает, что мы на мосту. Да, на мосту, но где же сверху? Ну, под заправкой я его не вижу, вроде бы. Ну, на его месте я бы на самом деле пушил. Ну, типа, друг погиб, что там, париться. По фану уже поиграть, но что-то он, видишь, не хочет. Может, он просто вышел? Кстати, мы до сих пор в зоне, и зона причем очень хорошая. Кстати, да? Зона вообще идеально, глянь, она у нас, вообще у нас. Блин, был бы у меня коряк, я бы сейчас так по головам кидал, но опять же, коряка нет. Так, блин, у меня жадность очень сильно играет, хочу... Не-не-не-не, слушай, не надо, не делай этого, пожалуйста. Ребят, мы сейчас вообще идеально, в идеальном положении мы сделали. Я 4 гила, ты сколько дал? Один. Ты один, это уже, ребят, 5, понимаете, это неплохо, это уже достойно миллиарда лайков. И сейчас погибать как-то, ну, такое. Сейчас главное, чтобы меня не спалили, будет реально печально. Знаешь, что самое будет обидное? Ну что, нас со спины убьют? Откуда? Если по мне стрельнут, прям, ну, попаду, да, один раз, я упаду вниз, чтобы меня не убили, и разобьюсь. Нет, вряд ли ты разобьешься. Очень вряд ли. Ну, я бы сказал, урон все равно проходит от падения, довольно-таки большой, тут высота большая. Так. Ну, это смотря как ты упадешь. Ну да. Так. Слушай, ну, вижу, слушай, сейчас будет мост ехать, сейчас будет, мотоцикл будет на мосту прямо сейчас, чекай. Ну, прямо, да, до секунд 10, подожди, Н на Н. Хорошо, вижу. Едет, да? Нет, не вижу пока. Я какой ставлю, я тогда беру 4Х, беру авторежим и сейчас будем взрывать. Вон, вижу, челик показывается у заправки слева. А, слева, о, так это еще кто-то, подожди. Он там прямо у заправочки прямо. Серьезно? Да, еще вроде машину слышу, где-то завелась около остановки, около Новоретной. А я просто сижу, мне нормас, как говорится. Едут, мост едут. Вижу. Готов? Работаем? Да, погнали. Убил. Блин, конечно, я в нем два раза там попал. Да, я реально подсосал, типа, ну, я ж, ну, это, ребят, командная игра, нормальная тема. Я сейчас быстро чекну и... Это был моцик, да? Да, это... Твоя аптечка маленькая... Подожди, УАЗик, реально? Или дача что-то завелось? Где?
Ты слышал этот звук, да, что завелось что-то? Нет. Прямо у нас где-то, прямо с левой стороны. Возможно, тебе показалось. Это инфа 100%, это было реально очень рядом. Мне кажется, с правой стороны моста. Это еще один, возможно, челик будет этот. А, с заправки, который, да, был? Да. Угу. Так, ребят. Это ты ходишь поверху? Да, это я просто бегаю, ну типа право-лево, позиция. Да, это я думал под нами бегать. Угу. Так. Короче, слева, ну или справа, где-то, короче, возле моста у нас точно кто-то есть. Плюс еще возле заправки, как ты говорил. И глянь, зона почти у нас, балет почти у нас. Ну мы просто спустимся, наверное, вниз и будем ждать. Надо сейчас ждать челика, который пойдет со стороны заправки, да. С другой стороны. Мы его подождем, просто убьем и все. Так, ты про какую заправку? Ты про... Ты же говорил про заправку на N вроде бы, да? Да, но еще ты помнишь про человека, который был с другом, который друг умер здесь. Точно, да, еще он и еще какая-то машина была где-то рядом. Короче, все где-то рядом, но никого не видно. Так. У тебя есть аптечки? У меня 4 аптечки, 18 бинтов, болька, 3 энергетика. Я живу. Ладно, хорошо, у меня есть большая еще аптечка, на всякий. Не, ну мажор, что поделаешь, как бы, поднялся. Блин, очень страшно, когда ты поверху бегаешь, и мне кажется, что снизу кто-то бегает. Нормально. Так, если я лягу... Ой, пацан, так хочется, что я скачусь, просто упаду и все. Так. Как говорится, бегаю на грани. На высоте. Опа. Это по мне работает. Это я уже понял, только вопрос, где и кто. Со стороны заправки выходит. Блин, ну заправка же, которая, да-да-да, которая на S195, да? Я... Не заправки, откуда-то правее вроде. Так, ну я пытаюсь видеть, но никого не вижу. Я не понимаю, откуда по мне идет стрельба, они по нашей машине целятся. Ну как бы хрен с ним, мы в зоне. Опа. Я не знаю откуда, я не вижу. Ну это где-то 195S, где-то в том районе. Да, где-то там. И опять же, меня не видят, понимаешь? Я просто невидимка. Ну, это означает то, что они не читеры. Да, это уже, ребят, плюс. Ну, хотя по мне так хорошо работает. Слушай, достаточно. Довольно далеко, реально, очень далеко работает. Так хочется, что прямо где-то аж даже на горе может быть. Я один, кто справа еще близко был. Я думаю, нам придется сейчас ехать уже. Нам зачем ехать? Мы спускаемся просто. Че ехать? Давай пойдем в воду. Что думаешь? Так, надо вот падать около баги. Да ладно, я не разобьюсь. Глянь на хп. О боже, просто я упал, прикинь, с самого верха. Это даже не с моста, а просто сверху. На низ, о боже. Это я воду, если что, с моста упал. Это была вода, да? Да. Как говорится, каменная вода, ребят, в HD без смс-регистрации. Я просто неправильно падал. Знаешь, как там ныряют люди? Ну, головой вниз, короче, упал. Я вижу на 300. Так, 300. Так, 300. Вижу. Около берега. Вижу, видел. Блин, как бы попасть? Ладно, надо спрятаться и отхилиться. Вот есть предложение подойти прям вот так вот левее к камушку. Видишь, камушек у нас есть. И от него почекать чуваков, которые были где-то рядом. Ну, помнишь, там же машина была? Так, сейчас, секунду, я выхилюсь. Вроде бы. Но самое странное, вот были реально рядом, но никого в упор не видно, хотя других мест, где они могут быть, нет, ну, как бы, нет мест. Типа, как-то очень странно. Это очень странно. Причем второй, кто во мне работал, он хорошо во мне работал, это значит, что он где-то близко был. Не так далеко, как... Но по звуку, кстати, был довольно далеко, на самом-то деле. Я прям чекал звук, он был так, ну, на приличном расстоянии. Я вижу на НВ. НВ, да? Со стороны скал пытается что-то сделать. Так, НВ. Я примерно понимаю. Ну, от меня ровно на НВ. Понял. Предлагаю, короче, я тогда подойду прямо к тебе, чтобы не умереть. Так. Ну, я почти по нему попал 2 раза. Почти. Так, НВ. А, вижу. Не вижу, подожди. НВ. Так. Слышишь, откуда? Вижу челика, вижу. Который со стороны скал, да? Он нас тоже видит. А, да, вижу по твоим хп. Короче, предлагаю отойти тебе влево, чтобы, ну, как бы, не стопиться с ним и все.
Так, я думаю, нам вообще надо уходить с тобой. Да, потому что мы жмем его, он жмет нас, и мы никто из нас ничего не сделает. Хотя сейчас я еще погляжу чуть-чуть. Был бы коряк, да, но без коряка. Вон там еще они от домов. От домов, да? Дома вот есть. Да, там два дома, и они оттуда сейчас побегут. Должны бежать. Это еще кто-то, да? Понял. Надо их встретить, наверное. Не потому, что они в зоне. Там какие-то реальные замесы происходят, я прям слышу это. И мы должны их добивать с тобой, кстати. Подходи ко мне, я прям идеально чекаю это все. Это все дело. Просто еще тоже не в зоне. Тоже проблемка. Да, ребят, что я, что Влад, мы не в зоне, и... Нужно как-то двигать в зону. Так, ну все, давай сначала посмотрим. Они раньше нас в зоне не окажутся. Ну, по идее, да, им нужно бежать гораздо, гораздо раньше. Чего они, кстати, не делают? О, бегут, бегут, бежит челик. Дал. Попал. Хорош. Вырубил. Красиво. Добили. Еще один где-то. Побежали в зону, наверное. Он сейчас... бежит, он бежит. Упал. Хорош. Вижу челика. Дерево. Так, я пока забежу в зону. Ой-ой-ой, мне кажется, это было зря. Тоже вижу. Да капец. У нас просто с тобой не очень хорошее местоположение, и мы не в зоне, и оно очень плохо. Короче, нам нужна ямка. О, слушай, яма идеальная, глянь, мы тут ляжем и все. Опа, он лег. А, он убил, его убили. А по мне работает. Понял. По мне очень хорошо работает. Так, я пока бегу. Живу как могу. Я, короче, слушай, они вообще, их двое, целая тима, видишь, халабуду впереди? Я одного прошил в говно, он вообще без хп. Короче, они в засаде. Давай разобьем дверь. На самом деле, сейчас меня спасла только сковородка. Серьезно? Да. Если не сковородка. Кстати, человек, который был за нами, он умер или как? А это уже вопросик, слушай. Я не хочу, чтобы просто к нам сейчас в спину кто-то вышел. Так незаметно. И убил нас. Да, может же, по идее, с крысы прям с зоны убивать. Это есть такие люди. Так, ну вроде бы не вижу. Так, они где, в будке, говорит? Да, в будке прям двое. Потому что, ну, у них позиция, на самом деле, херовая, им выбегать вообще не варик. Ну, типа, мы же их чекаем, все красиво. Мы можем позже, чем они выбежать. Давай я, короче, проверю слева что-нибудь. Он выглядывает. Выглядывает, да? Причем, не показался ли там был дым? Да, где? Возле халабуды у меня что-то пролагало, или я что-то, я сумасшедший. Ладно. Пацаны, у меня на улице гавкают собаки, если вам слышно, то я не виноват. Побежал. Челики выглядывают. Даблэд, прикинь, выжили. Ну и чё, они с Рони в зоне? Это как бы не меняет суть. Чё, а мы? Мы тоже не в зоне. Они убегают. Угу. А им? Так, разобрал, два раза. Тоже дал. Я еще дал, как он... Ты видел, сколько ему урона? Да-да, побежали. Слева челики. Слева? Да-да-да, забеги за дерево ко мне куда-нибудь сюда. Побежали. Так, ладно, понял, не ко мне сюда. Ой-ой, меня бьет зона, лол. Вот-вот. Так, вон вижу. Убил. Слева через. Слева, вижу. Вырубил. Так. Блин, опять ты... Я подсосник, пацаны, все фраги, короче, забрал. Так. Что правда, то правда. Так, ребят. Там же второй. Там же в том месте, да, понял. Вижу. Убил. Опять, да тут... Мари, против нас, получается, тупо Тима осталось, и все. Да, возможно, даже и не Тима. Может быть, раз, но... как в будке, они могут быть, так и не в будке. Если в будке, то... Да, им к нам. Опа, Грена. Это где-то с горы, наверное, будет. Блин, где взять позицию? У меня вообще места нет, я в какой-то жопе. Вижу. А, это разные, прикидываешь? Опа. Так, это каточка на топ-1, я попрошу. Убил. О, вот это вот каточка на топ-1. Ребят, просто взяли топ-1, 9 убийств у меня, сколько у тебя? У меня 2. Я, короче, забрал, но да ладно, это командная игра, это самое главное. Ребят, получилось очень круто, реально было просто, ну, очень красиво, были крутые киллы. Надеюсь, что вы за эти киллы поставите свои лайки, подпишитесь на мой канал и, возможно, в описании будет ссылочка на канал Влада, да? Да, возможно. Да, ребят, так что везде подписывайтесь, всем желаю удачи, всем пока. Пока.